I think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Вы такие, блин, что за черный экран? Сейчас я вам покажу. В общем, не знаю, реально сервак удивляет. И мы сегодня вытащили, просто для меня это имба, один из топовых героев. Почему? Потому что на многих локациях этот герой нужен. И мы вытащили, опять же, анонимки. Я не планировал снимать этот видос. Ну, то есть я хотел другой видосик вам сейчас заснять, более актуальный. И вы его обязательно посмотрите после этого, потому что, думаю, многим это поможет. В общем, угадайте, вот напишите в комментах до того, как я открыл, угадайте, какого героя я вытащил. Просто чисто интересно, кто-то угадает или нет. Ну, конечно, как обычно, все напишут сразу после того, как увидят. Но меня радует то, что на этом серваке реально падают топовые герои, дают топовые плюшки, и есть возможность для бездоната нормально играть. Не то, что на русском сервере. Я планирую, я не знаю, посмотрим, как по времени на этом сервере начать играть, возможно. В общем, поехали. Не буду вас томить. Мы сейчас еще плюшечки подкрываем. Вот так вот, ребятушки. У меня сегодня с бесплатки просто выпало. Вот я зашел посмотреть акции после 10 и просто офигел. Вот честно скажу, вот просто офигел. Нажал на бесплатку, и у меня сразу же вылетела землеройка. Вот у меня даже есть еще одна сменка. Ну, то есть я не ролил, ничего не делал. Просто, блин, бешеный, я не знаю, сервак. Сейчас пойдем плюшки пооткрываем. Я просто задумываюсь. Да запарили вы уже с этими рекламами. Просто задумываюсь над тем, чтобы здесь реально начать качать без доната. Почему? Здесь есть возможность вытащить. Ну, розу мы вытащили. Собрать огника очень быстро. Возможность вытащить зефира есть. Конечно, не такая, как на Тайване, но, в принципе, тоже довольно-таки неплохо. Блин, это солнце запарило, ну и пофиг. У нас на этом аккаунте есть землеройка. У меня на русском сервере на Сардельке есть землеройка, и благодаря ей я большинство локаций фармлю. Особенно она помогает мне на битве гильдий, на PvP локациях. Ну, на PvP локации я, в принципе, там не хожу. Спиздел немножко. Я хожу в основном там на битву гильдий и тестирую Lost Land за пределы. Так, все, там реклама, наверное, у нас уже это прошла. Чик. Вот мне нравится. Только раз. Зашел, нажал. А где герой? Что-то я не понял прикола. Опять эти объявления. Сколько уже можно, вот реально? Я только что нажимал, и мне просто тупо не дали. Что за фигня? Вы что, типа, байтите на рекламу? Вот сейчас еще разок посмотрим. Как-то вот реально очень странно. Типа, посмотрел одну, посмотри еще одну. Это все-таки герой дается. Странно очень. Реально этим бесят. Ну, хотя, в принципе, я считаю, это очень полезная функция. Ее давно уже надо было реализовать. Но... О, нифига себе. Странно. Теперь, типа, две рекламы надо смотреть, что ли? Я вот не знаю. Вот, наконец-то дали нам шамана. В общем, ладно. Посмотрели, порадовались. Поехали, посмотрим на плюшки, какие у нас накопились. Здесь есть календарь, который, возможно, откроют на 14 февраля у нас на остальных серваках, а возможно и нет. В общем, посмотрим. У нас собралось еще, ребятушки, 10 пальцев, вот так вот. Чик, 50, неплохо. Так, хорошо. Ну, как видите, вот можно даже 5 мутантов вытащить. Так, это у нас плюхи накопились. Нифига себе. Плюс сегодня с утра я показывал, здесь дали... сколько там нам дали? 500 самов.
плюс нормальные итемы. Вот мешки зефира. Кстати, вот кайфовая тема. Повытаскивал я отсюда эмблемки. Вот воодушка, пакт и гнев. В принципе, даже гнев тоже нормально заходит на некоторых локациях. Так, с этого мы итемы сейчас эти пооткрываем и попробуем словить зефира. Конечно же, отсюда максимум, что нам может упасть, это 1-2 осколка, не больше. Очень редко отсюда падает по 10. Блин, не так открыл. Надо начать заниматься этим аккаунтом. Аккаунт реально очень обалденный. Если играть и фармить кристаллики каждый день, не лениться, то можно что-то вытащить. Поехали. Чик. Нифига себе, по 2 дали. Неплохо. Это опять же, это подгон просто. Итого, божество, 1 осколок. Барт, 1 осколок. Мэри, 17. Родриго, 17. 50 кардиовоз, 65. Вот 38 осколков зефира у нас уже есть. И это при том, что я не особо здесь задротничаю, то есть есть еще другие акции, с которых можно его реально получить, быстрее собрать, но я пока в них не бегаю. Так, окей, поехали, откроем нашу имбу, которой я радуюсь, потому что этот герой реально обалденный и с бесплатки. Я не знаю, кто знает, что такое землеройка. Я понимаю, что этот герой обязательно нужен на аккаунте, тем более в нынешних реалиях он офигенно и блокирует, игнорирует уклоны. И с ним реально очень хорошо можно справиться против Фрей. Такс. Да, у нас тут печалька. Так, не буду я тратить. Посмотрю, что у меня есть. Может, что-то по талантам есть. Ну, есть, в принципе, со. Как вариант, можно пока временно поставить. Конечно же, огненка будет получше. Но даже так. Так, этих у нас хватает. Этих хватает. Отлично. На максималку не буду качать. Девятки мне пока хватит. По скиллу, конечно. Здесь с ковяшками чуть-чуть напряжно на этом серваке, но ничего не сделаешь. Так, что это у нас такое? Может, отсюда еще какой-то недостающий был вытащим, я думаю, вряд ли. В общем, такой вот, ребятушки, у нас аккаунт. Постепенно, как видите, он постепенно прокачивается. Я жду все-таки исцеления на тыковку. Я не знаю, что-то мне хочется. Хотя можно и без исцеления, из ворота мне вполне хватит, чтобы фармить такие основные локации. Кстати, его надо тоже прокачать. Можно даже качнуть. Но я не буду психовать, не хочу. Поэтому у нас по 9, 10, 3, 15. Блин, ну я, как обычно, вот это вот гемор на каждом серваке, вот это вот все фармить, иногда бывает лень, иногда бывает просто трэш. Вообще, поехали, давайте по 450 на удачу, хотя я, в принципе, хотел пособирать, покопить на пирата, наверное, давайте покопим на пирата, все-таки пиратик более интересный. Потому что с пиратика можно вытащить топовые итемы. Наш пират, вот наш пират. Блин, ну конечно отсюда два мешка огника, мешок зефира. Розы у нас, конечно, хватает. Ну, я не знаю, сейчас посмотрим. Сейчас попробуем что-то придумать. Что там у нас быстрое есть такое по фарму, чтобы получить самики. Попробовать квестик пройти быстро. Ну, как видите, здесь и Махатма уже есть. Единственное, что здесь нету Фрея. Вот. Мне бы сюда еще Фрея, вообще был бы аккаунт огонь. Но Фрея у нас уже есть на Айсе, Фрея у нас уже есть на русском сервере давным-давно, а здесь, как видите, еще отдаление не работает.
Смотрите, топ-тима. Так, что-то мы получили. Отлично, еще немножко. Ратушу достроить. Нам не хватит все равно. Так, три подземочки надо пропустить. Видите, я здесь даже подземки толком не фармлю. Вообще, обленился, короче. Хотя шарик надо собирать, но вы представляете, когда у тебя дофигища аккаунтов, ты пилишь видосы, ты не просто играешь, и зафармить каждый этот, это просто гемор. ПБшка, ПБшка жарит всех, красавчик. Блин, надо на 3 звезды все проходить, ну дофармим уже. Балдею просто от этого сервака. Реально обалденный. В принципе, о чем мы паримся? Мы ж можем получить. Ладно, давайте уже добьем. Повторно сундучок можно посмотреть. Вот нисколько не жалею, что Махатму прокачал. Реально, она просто божит на таких левелах. И отлично. Ну, просто изи, как я и говорил. Фармить самоцветы можно очень легко. Жалко, не пятая ремка. Была бы пятая ремка, это вообще было бы эпично. Так, ну что, ребятушки, поехали. Жмакаем. Так, куда здесь? Куда я пошел? Ну, сюда надо 1010 самых. Ну, мы сделаем вот так вот. Чик-чик-чик, чик-чик-чик-чик. Ну! Такое себе дало, но все равно, я считаю, это все равно нормальные топовые плюхи для бездоната. Просрали, конечно, мы 1200 самов, но и хрен с ним, зато получили недостающего героя. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, обязательно ждите видос про унижение барда. Всем удачи, всем пока.